Я читаю журналы, когда есть возможность, когда есть время. А в основном, в принципе, сейчас у меня времени нет, поэтому готовлюсь только плотно к Евровидению и пытаюсь уделить все время этому процессу. И былое счастье подскажи. Мне очень нравится мальчик Александр Рыбак, который из Белоруссии и выступает от Норвегии. Это же самое, как и у меня. Я от Украины, но выступаю за Россию. Вот. И честно, очень хороший и талантливый парень, я считаю. И он очень добрый, от него исходит хорошая очень энергия. Поэтому я считаю только его конкурентом. Спорт и фитнес я не люблю. Не люблю спортзалы, мне иногда надо себя заставлять. Я в основном люблю себя терзать диетами. Мне нравится, я увлекаюсь этим. И разные диеты, диета манекенческая, диета там еще там кремлевская. Вот я начинаю входить в раш и постоянно люблю сидеть на диетах. Ну, не до фанатизма, конечно, но люблю. Я сидела там, где идет час грейпфрут, час белока, желточек не ешь. Ну, так каждый час. И вот так вот я сидела 5 дней перед съемками клипа и похудела на 3 килограмма. Занесло дорогу снег, не видать ничьих. Модой не увлекаюсь, но мне очень нравится Валентин Юдашкин. Я считаю, что он очень прекрасный и красивый платье шьет для женщин. Поэтому я считаю его очень талантливым и очень профессиональным модельером. А моду я творю свою сама, как хочу, так одеваюсь, называется.